Всем привет! Это канал Анна Бэшоу, и сегодня мы находимся в Ашане.
Сейчас мы посмотрим то, что мы купили в Ашане. Это такие новогодние носки. Здесь изображены елочки, а здесь пряники и домики. Далее набор разукрашивать пряники. Здесь разные цвета и разные фигурки. Далее такой адвент-календарь. Здесь нужно по дням открывать каждое окошко. Здесь изображены цифры. И в тот день, к примеру, 1 числа я открою первую ячейку, и там будет маленькая шоколадка. Далее такой Дед Мороз. Его можно повесить на окно, и он будет вот так вот висеть. Такие леденцы, бычок и елочка. Новогодняя вот такая фигурка в виде бычка. Милая перчатка с снежинкой. Шарик с дождиком внутри в золотом цвете. Такой чуть побольше шарик с блесточками, и это очень залипательно и прикольно. Далее такой шарик, здесь бычок, а внутри пенопласт. Кружка с бычком на луне. И такая вот, с таким маленьким бычком. Декоративные блесточки, их можно всыпать там на какую-то открытку или в какую-то поделку. Такие кружки, бутылки в виде снеговичка есть красный и зеленый цвет. Вот. Новогодние тапочки Деда Мороза. Вот такие вот они большие, миленькие и прикольненькие. Ну и, конечно же, письмо Деду Морозу. Вот, вот так оно выглядит. Здесь можно нарисовать рисунок, а здесь, собственно, то, что вы хотите получить на Новый год. Также нам за наши такие покупки дали такие вот подарки, можно так сказать, их 11 штук, мы сейчас их будем открывать. И еще из сладкого такой снеговичок шоколадный и киндер. Сейчас мы его распаковываем. Так, открываем. И что нам попалось? Нам попался снеговичок. Сейчас я вам его соберу, вот так он выглядит в разобранном стиле, такой он винненький. Сейчас я соберу. Закрепляем все это. И далее цепляем веревочку. Вот так он выглядит. Можно его повесить на елку. Вот так вот. Также я купила вот такой вот красивый свитер. Здесь изображен пряничек, и можно переворачивать блесточки. Он будет менять свой цвет. И сейчас мы будем распаковывать эти подарочки, которые нам вручили. Открываем первый. И нам здесь попадается вот такой вот единорожка. Сзади написано то, что это Пинки и что он хочет. Следующий открываем. И здесь у нас совушка. Вот.
Далее у нас опять повторка, и это единорожка. Открываем следующий. Здесь у нас Эля. Вот такой у нас Сантик попался. Далее опять у нас повторка. И очередная повторка. И что же у нас здесь повторка? Как весело. Так, открываем предпоследнюю. Что у нас? Повторка. И последняя. Что же у нас здесь попадется? Ура! Не повторка, это Эрик. Вот. Также к этим игрушкам есть специальное приложение, и с помощью его можно оживить эту игрушку. Смотрим. Итак, мы берем, наводим экран. Готова йти на побачення. Тут есть разные эффекты. И очень прикольно. Вот, например, снег идет. Вот. Следующая игрушка. Далее единорог. Дед Мороз. А ты уже зробив різдвяне селфі. И эльфик. Такие вот анимации представлены для этих фишек. Также мы купили еще такой свитер. Здесь елочка, он уже более теплее, чем предыдущий. И вот так выглядят тапочки на ногах. Они очень мягкие, теплые. Ну и немного большие, но это очень прикольно на самом-то деле. Спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Обязательно просмотрите это и это видео. Всем пока!